Маша поймала Маша. Всем привет, ребята! Вы на канале Маша Познаваша. Маша, мы сегодня будем делать вафельный тортик. У нас есть коржи, есть сгущенка, да, и украшения, посыпочка и маршмеллоу. Что, будем начинать? Да! Машенька, теперь будем украшать наш тортик. У мамы есть растопленный шоколад. Мы сейчас украсим шоколадом. Вот так, смотри, будем поливать шоколадом. Да я попробую. Мама тебе даст потом попробовать. Смотри, как красиво будет у нас такой шоколадный тортик. Сейчас мы промажем. Это какое шмело. Это какое шмело. Ну, можешь скушать одно. Теперь смотри, Маш. Теперь давай вот так будем брать маршмеллоу. И вот так смотри, как-то вот так украшать. Красивый у Маши тортик получился. Мы, наверное, не будем всю посыпочку посыпать, да? А то будет слишком много. Машенька, тебе понравилось делать тортик? Да. Говори всем пока-пока. Всем пока-пока. Всем пока-пока. До новых встреч. Все, а наш тортик отправляется в холодильник.